Зал судебного заседания Ханкайской районной инстанции правосудия огласил приговор. Виновен. Статьи уголовные 33 и печально известная 228. Фигурант, по версии следствия, незаконно приобрел 120 граммов масла каннабиса, в народе – масла гашишного. В ходе следствия установлено, что в сентябре 2017 года ранее судимому 36-летнему жителю города Находки позвонил знакомый из партизанского района. Он попросил найти продавца наркотических средств. За посреднические услуги мужчина пообещал товарищу долю наркотиков каннабисного ряда. Для приобретения наркотиков подсудимый обратился к жителю села Ильинка, с которым познакомился еще во время отбывания срока в одной из колоний Приморья. Мужчины заказали такси и прибыли к продавцу, где и осуществили сделку. Участников сделки задержали сотрудники уголовного розыска. Уголовные дела в отношении покупателя и продавца наркотических средств выделены в отдельное производство. Сообщнику осужденного предъявлено обвинение в покушении на приобретение наркотических средств в крупном размере. В отношении наркосбытчика также возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. По итогам оперуполномоченные установили данные избытчика и приобретателей наркотиков, а также путь их транспортировки и обстоятельства передачи. Сам фигурант получил 3 года колонии общего режима. К слову, в Приморье сегодня действует акция «Сообщи, где торгуют смертью», у которой есть и собственная горячая линия. Главная цель – оздоровление криминогенной обстановки в регионе. Олег Завьялов, Евгений Черемхин. Новости на Восьмом.